Я просто не могу пройти мимо красоты природы. Люблю писать ее, писать людей, животных. Но, конечно, мой стиль индивидуальный, мой символизм. Это как символизм других художников, работающих в этом стиле. Это творчество с глубокой смысловой нагрузкой. В такие картины заложена сакральная информация, имеющая серьезное влияние на нашу жизнь, на окружающую среду. Как и любая информация, наше слово, мысль. Птицы счастья? Да, они яркий пример. И это, пожалуй, моя миссия, можно сказать. Птица счастья – это мощный древний символ. Это поток энергии, света и любви, идущий через меня свыше. Мне очень важна связь с природой. Она наполняет меня силой, помогает поддерживать баланс. Гармоничный баланс, не дающий мне сложить крылья. Я не преувеличу, если скажу, что для меня это как воздух. Мне трудно дышать, если по каким-то причинам у меня нет возможности творить. Поэтому я всегда вожу с собой небольшой набор художественных принадлежностей, куда бы я ни уезжала из света.